Химках уже полтора года существует отделение организации «Союз женщин России». За это время удалось объединить более 200 активных химчанок. В преддверии праздников участницы собрались, чтобы подвести итоги года и наметить планы на будущее. По словам председателя Химкинского союза женщин России Ольги Бахмутовой, у организации важные задачи. Глобальная задача – это объединение женщин всех возрастов, всех видов деятельности, всех статусов и продвижение их проектов по направлениям здравоохранения, образования, культура, демография, экология и женское предпринимательство. Сейчас в Химках у нас работает 5 комитетов. Химкинское отделение Союза женщин России входит в тройку самых активных в Московской области. За 2023 год силами отделения провели более 45 мероприятий различной направленности. Это благотворительные спектакли для особенных детей, конкурсы, фотопроекты, марафоны женского здоровья и многое другое. Самое главное, что хотела бы сказать, что большое счастье делать истории в команде при поддержке таких крепких, надежных профессионалов, при поддержке организации, которая имеет, как правильно Катя сказала, большие традиции и ценности. Химчанкам, которые реализуют масштабные проекты, вручили благодарственные письма за созидательную деятельность на благо Московской области и вклад в популяризацию женского движения. Активистов поздравили представители администрации городского округа Химки и рассказали о мерах поддержки, которыми можно воспользоваться. К нам можно обращаться за мерами поддержки, такие как субсидии, гранты. Также у нас есть возможность получить меры поддержки как социальный предприниматель. Химкинское отделение Союза женщин России строит большие планы на 2024 год. Здесь всегда рады новым участницам и различным инициативам. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.